В Иерусалиме пошел снег. И это не просто снегопад, а настоящая метель. Ветер, вихри, большие хлопья. Достается всем. И оливам, не очень привыкшим к такому явлению природы, и кипарисам, также слабо знакомым со снегом. Единственное, чего нет, это поземки. Машины осторожно пробираются по размокшим улицам, пешеходов же пока спасают зонтики. Правда, не очень ясно, насколько ляжет этот снег, да и вообще ляжет ли, ведь для этого земля должна достаточно хорошо остыть. А вообще снег в Иерусалиме явление редкое. Перестают ходить автобусы, в магазинах резко возрастает спрос на продукты питания, детей распускают из школ. Иерусалимцы рады снегу. Его ждут и стараются его запечатлеть. Ведь он выпадает на день, на два, и поди знай, через сколько лет будет следующий.